Еще при планировании поездки было большое желание посетить в Армении вулкан Вайотсар. И несмотря на жару около 40 градусов, мы все-таки решили исполнить задуманное. Это потухший вулкан, его высота 2586 метров. А последнее извержение было совсем недавно, в 735 году. А вроде с виду ничего, а грунт очень такой коварный, чуть-чуть начинает буксовать, роет яму вот такую с пол колеса, и все, и только выталкивает. Там стрёмно, реально стрёмно. То есть вот это кубарем катиться, это мне чем-то напомнило в гор, где там вроде и ничего, дорожка такого сложного. Ну, так же такое, да, грунт очень коварный, сложно заезжать. Не, ну мы это всё-таки сделали. Вулкан покорён! Вулкан покорён! А ещё тут могут быть добрые иностранцы, которые могут одарить водой. Потому что мы свою воду оставили вместе с мотоциклом вон за теми горами.